Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbow Loom TV. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот очень интересный браслет, кольца с использованием разных цветов резинок и разной последовательности. Браслета кольца нам понадобится 5 вот таких вот колец. У меня их сейчас 4. Сейчас вместе с вами мы будем плести 5-е кольцо, и потом эти кольца будем оплетать. Для нашего 5-го кольца нам понадобятся резиночки зеленого цвета, наш крючок и наша клипса. Как и в предыдущем видео с браслетом, в котором мы плели одно кольцо, мы набираем на крючок 4 резинки. И теперь будем оплетать наши эти 4 резинки по одной резинке по кругу. Нам понадобится 16 резиночек. Это первая резиночка. Вот так вот. И теперь в серединку вводим крючок, берем резиночку зеленого цвета, захватываем ее, протягиваем. У нас на крючке 3 резинки, а должна быть одна. И мы протягиваем вот так вот петельку. Это у нас вторая резиночка. Теперь третья резиночка. Слегка друг другу прижимаем. Четвертая. Так. Пятая. Шестая. Так вот подтягиваем друг другу, подвигаем. Седьмая. Так, восьмая, восьмая резиночка, так, девятая, десятая, так вот, 11. 12, 13, 14, 15. 16-я резиночка. И так вот, 16. Теперь берем клипсу и одеваем на последнюю резиночку. Вот так вот. И вот у нас готовые все 5 наших колец. И теперь мы будем их оплетать. Оплетать мы будем резиночками 2 цветов. Черная с белым. Для этого нам понадобятся резиночки. 2 резиночки вот так вот. Мы их одеваем 8-ёрочкой. Вот так вот. И начинаем плести нашу обычную косичку. То есть вот так. По 2 резиночки. У нас сейчас 4 резиночки. Вот мы снимаем эти 4 резиночки и одеваем следующие 4. Так плетем 5 наших косичек. Это 2. Вот эту вот мы не считаем. 2.
три. Четыре. Вот так вот. И пять. Вот так вот. Теперь мы берем наше колечко. Первое. Одеваем в последнюю резиночку наш крючок. Клипсу мы снимаем. И вводим в первую петельку под резиночку крючок и вытягиваем, так вот захватываем две резиночки и вытягиваем через все, так вот, резиночки и одеваем вот так вот. Так, теперь еще в одну. И вытягиваем все резиночки через 4, вот так вот. Немножко не так. Вернем. Да, это вот так вот. Вот. Мы вплели наше первое колечко. Теперь плетем еще два таких вот плетения нашей косички. Раз и два. Давайте сделаем еще третье плетение. Так вот, три. Так, берем следующее колечко. Также мы снимаем первую резиночку вот так вот, в первую петельку. Так вот, протаскиваем через все петельки, так вот одеваем. Так, следующую петельку, опять две, так вот протаскиваем через 4 и одеваем. И так мы плетем, вплетая каждое кольцо по всему браслету. Между кольцами расстояние в 3 плетение нашей косы. Раз, два, три. Вот так вот. Теперь наше кольцо. Снимаем нашу клипсу. Так, вводим. Так вот. Так. Так, одеваем следующую петельку, опять две резиночки через эту, через 4 одеваем. Вот у нас получается, так вот мы вплетаем наши кольца в нашу косичку. Так. Раз, два, и три. Так, следующее колечко. Так вот, снимаем клипсу в петельку. Так, резиночки, так вот, раз, следующую петельку,
Так, вот. Так. Через 4. Так, теперь 3. Раз. Два. И 3. Так, и последнее наше колечко. Вот оно. Надеваем в петельку. Протаскиваем через все резиночки. Так, и здесь мы плетем последние наши не 3. А мы плетем уже 10, так как у нас вот здесь вот было 5, а мы будем идти по кругу, то есть мы плетем 10 наших переплетов и будем оплетать уже по кругу. То есть мы сделали раз, теперь мы делаем 2. Три делаем вот так вот, это 4, пять, шесть. Семь, восемь, девять и 10. Вот так вот. И теперь считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в восьмую вводим крючок. Таким вот образом оно получается у нас друг напротив друга. И также берем резинку, две резиночки, протаскиваем через все. Вот здесь вот. Так, еще в петелечку. Вот так вот. И теперь заново. Так же самым продолжаем плести 3 наших переплета. Как бы по кругу мы оплетаем наши кольца. 3. Вот, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот оно. Так, берем 2. Так вот. Протаскиваем через все. Еще в петельку. Протаскиваем все. Опять 3. Раз, два, три. Так, и вот у нас получается вот так вот. Мы их оплетаем уже. Теперь следующее наше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, нет, вот оно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот восьмая резиночка, это петелька наша. И проплетаем до конца. Так, раз, два, три,
Теперь сюда. Так вот. Наши резиночки сюда. Так. Теперь три. Раз. Два. Три. Так вот. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так вот. Сюда. Теперь следующее. Так вот. Протаскиваем через все. Так. Раз. Два. Три. Так. Три. И в последнее наше колечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Восемь. Так. Так, все. Раз. А здесь вот. Два. Таскиваем. Делаем. И здесь мы делаем 5 наших плетений. И будем заканчивать наш браслет. Это. Раз. Так, два, три, четыре и 5. Вот так вот. Теперь берем вот эти вот резиночки, 4. Вот они. Берем 2 резиночки, черные с белым, и протаскиваем через все 8 резиночек. То есть соединяем все концы. Вот так. И одеваем на крючке, на 4 резинки, наш замочек. Или даже нашу клипсу. Здесь 2. Так. И вот здесь вот 2 резинки. Так вот, и снимаем с крючка. И вот наш браслет, наши кольца готов. Мы теперь вот здесь вот посередине ищем резинку. Вот она. И одеваем нашу клипсу на эту резиночку. Вот так. Вот такой вот у нас получился браслет-кольца. Яркий, интересный. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.